прокатилась бы по этому миру и перед... А скажите, пожалуйста, ДЦ, какой нонсет идет в шмотках? А, то есть, по-моему, так же, как и Хули Приступ, грудь, по-моему, нет. Кисть. Кисть. Кистик, который на скорость? Да. Гадость эти ваши ДЦ. Я линканул в гильдию. Спасибо. А камни ставит тупо в СПД все, да? Да. Ты почти бисовый туда. Так, а там капов особо и нету. Чит только тыкать. Это СПД. В конце концов, все вы будете... Блядинка на панике. Давай, мы дадим, знаешь, сколько ДПС? 300. Так, давайте вообще за рекорд пронесем ЦМК-25 гир. По крайней мере, попробуем. Это по времени, что? Конечно. Не, это не тот рейд. Ну, давайте хотя бы попробуем быстро. По времени надо 3 хила хилить. И пловыми быть всем. Ну чё, с Хазараком и Скалком я готов 3 похилить. Не, будет филипец, что на ребре не попадали. Танки, ловите трэш. Отворачивайте слугу. Отворачивайте слугу. Как вы ещё могли такие? Отворачивайте слугу. Да, ДК нам не нужен, у нас всего лишь 2 шипа. Да, нам и кот не нужен, потому что у нас сармс есть. Ну, это да. Ну, потом на комбо так произойдет, он будет еще лучше. Кто, Дессер? Чуть не купан. Да, это было бы круто. Блин, я по мане сел в ирдру. Вы что, прикалываетесь, столько трэша агрит. Там репутацию себе качает. Так, давайте я паровым танком вам помогу. Один круг весь трэш. У тебя еще шеи нету, серебра. Ну там мне ни хрена еще не полный. Мне, по-моему, 3 шмотки надо отсюда на эрдру. Но я на кота надо одеть, а то у меня эрдру уже больше, чем кот одет. Слуга в рейд смотрит. Слуга кастует второй раз в рейд. Мне тоже на эрдру 3 шмотки надо. Третий раз кастует в рейд. Отверните. Великий, который срываете, отвернитесь к танкам. Четвертый раз кастует в рейд. Нормально у вас все? Сворачивайте нормально трэш. Косты ему. Зачем косты сбивать, если просто можно отвернуть и не париться, всекать? Ну, косты вообще-то нужно сбивать. Просто не, ну... Тут неудобно косты, когда столько мобов в куче стоит. А что вы бегаете вот так вот, танки? Это у вас что, ритуал какой-то? Огрей эту кучу петухов. Молодцы, наверное. Как это говорится-то? Не в лоб, так по лбу, да? Или как? Что сзади? Что сзади? Не в бровь, а в глаз. Пробудили не в бровь, сзади. А в глаз, вот именно. Бежал через центр и пробудил большой. Ну, тряся, вот теперь и танчи его. Так он сзади. Я уже оттанчил, блядь, видишь, лечу с бадбона. Сложило. Сейчас назад вернемся, танки. И убьем этого большого. Не будет мешать же. Нихуя, я тебя 3 хантовой, ты чё, ебанул? 4 вообще-то. 4 его. Тут было 6 варов, не да. Нормально, нормально, ей это нравится. Ну, сейчас 5. Мне нравится. 5 варов. О, как он сейчас пойдет в круговую или как? Сейчас подождем моба. Он сейчас как нам идет, ё-моё.
Стойте, только пачку. Так у нас... А вообще агрите эту пачку тоже, давайте. Реп... Вот красавчик. Бисовый кот, ничего себе. Слуга трона кастует рейд. Поставил квадратик, чтобы вы видели. Третий раз кастует. Отвердите от рейда. Четвертый раз кастует рейд. Резифилд умирает. Зарак умер, встал, умер опять. Слугу трона Белин отвернул. Молодец. Настя, кот или сова? Кот, по-моему. Кот. Че, в одну сказал? Зарак отошел на минутку. Срочно. Ну где этот паладин? Я в Эрдру уже второй раз по мане просил. Сколько ж можно? Что там за бонус? Репу качают пипец по-дикому. Спасибо. Ой, дай бёрнуму. Нет. Тристи, ты вчера ивент выиграл, если так сказал. Я вчера вообще-то на ивенте меня не было. Не знаю, как бы он так сказал. Пробудился. Не, ничего. Ну, на одного мобу не хватит. Кастует, он у него мана кончается. Так у него фулл хп, зачем кастовать? Он не сложит, он без пухи. Тогда прожмусь. Не сложит, потому что Эрдру оверхилит его, не страшно. Пять варов. Кроме Рэла. Они пиздец. Пять варов это нормальный рейд был. Не было по 8 варов езди там. Да не было там таких. Да, не было. Короче, войд пиздить не было таких рейдов в адептах, потому что я там ходил каждый. Вот у людей я еще удовольствие. Бухаю. Вот это у вас удовольствие. Побухать и в вов зайти. Вроде есть у него. Бьерн, пиздуй на турнике уже, ты заебал. После рейда. Виталий, кулаки дай хантам тоже. Блин, я в МК раздал все. Ты каски раздал? МК, МК. Кресты. Ну сейчас каски, кулаки тогда дам. Что я делаю? Не прокнул он. А вот прокнуло. Да, с проту не стакается.
Войт, а поставь все варов и хантов в одно пати, чтобы я сделал скрин, чтобы охуел просто прям, знаешь, 5 варов, 4 ханта. Не влезет в одно пати, понимаешь, 5 варов и 4 ханта. Ну, по патям, чтобы групповали. Там кулаки, да. Вы перезайти не хотите? Ты считаешь, что это бред, 4 ханта, это жопа просто. Стой. Так, стоп, у тебя что, один ретрик в рейде? Ты конченый, что ли? Давай я ретриком зайду. Стой, Войд, подожди. Давай я вместо ханта пойду ретриком, что ли? Пускай смарт кью идет ретриком, да. Блин, да, три ханта что-то перебор. Еще бы варов заменить. Хотя бы одного. Не, вары два. Нормально, вары валики. Вары нормально. Да, особенно армса. В красных трусах. Да. Да. А вот почему, сука, все ханты остальные сидели и молчали, никто не захотел перезайти. Давай, Саня, шкаф, чтобы не долго не думать. Александр, шкаф. Не знал, что у него вар раздетый. Я думал, то морф. Я уже забыл, сука, как дамажить хантом с этими хантами. Размножились так они. Слушай, сколько у тебя ЕП на этом? Дайте рыбу и погнали. Зачем прото, если есть ДЦ? Стой, Войд. Шарел, что значит похер? Ты не можешь сказать уёбки, бафайте то и то? Нет у меня чешки, нету. Интересно, если я буду РЛом, я побью рекорд Войда по ГП рейду или нет? Говорил, что у меня только одна тренинг. Нет, куда же начинать? Вот по водине. Кто мне это написал? Долбанный. Всем, а за всем-то при чем? Вы нахуя? За 2 секунды до конца боя можно снять. Ну, у Бьорна как не было, так и нету. У тебя есть каска, не пизди. Есть, после того, как сказал, появилась. Это правда. Сказал Войт. Так и есть. Пошло нафиг. Бегаешь от этого всякого. Там с ханта шип надо снять. Хан сам себя может снять при этом.
Еще раз, когда на крауде будет шип, лучше вообще не бежать с ним и снимать. На хабе шип. На хабе, да? Беги, малышка, беги! Вы что, издеваетесь? Я умер. Давно умер. Это вам. Что-то я... Чего я умер-то, а? От шипа я умер, блин. Даже я умер. Я помню, рядом с Оптимусом стоим, хентами лупим, лупим, хуяк на меня шип. Он стоит дальше, хуярит. Я ему спрашиваю, ты не видишь? Не, он говорит, да не, я босса застыкал. А вы говорите, что по остальным снимать. Скалк. Фух, слава богу, что шип не упал. Там на ОП, говорят, двое чуваков рулят. 2700! Это хороший результат. Да, окей. Какой фон, блядь, ты ебанулся, что ли? То есть ты отдаешь Аркану объект за 10%, а это кольцо Фурику на зафу? Ты совсем кончи? Вообще-то объект мне отдали зафу, мне ГП еще докинули. Ну да, когда я сказал. Разглядеть источник истинной силы. Нет. Не, не лучше, но хорошее. Нет, не лучше. Не, ну так я ж... По поводу ГП никто это не спорит. Это все доказано, и везде все посчитано. Войд, блядь, лечу сколько? 10 лет уже. Боже, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем совершенстве, вашей слабости. Зато колба есть. Скорее выберите иной путь. На сове. Ты серьезно? Блока? Да. Это как? Ну а чё ты? Ну потому что это Армс. Бы Фури хотя бы 5 дал. А у тебя скилл топора. Хорош, короче. Вот упал каска, раздавай там. Каски раздавайте, паладин, я сейчас ГП реально начну давать. Дайте каски. Где моя каска пропала на шипом? У НДС.
Фибрилляция молодец, еще нормально набил на ребре. Каску, блин, дайте, ё-моё, никому. Да-да-да, здесь, мне каску. Что, пошли, ребят, вы же не забывайте, что если в РДД-зоне милик в контроле, то, то можно дать пристафир, чтобы не умереть. Да, только на призист отпусти, отключить сначала. У нас аура стоит. Понесли бы. ГС контроль. Третий будет еще. Трусы, контроль, ты, ребята. Капец, два гимна отдал. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Сейчас ДСР всех убьет. Дайте сальву по баш. Противиться моей воле!
Притворись мертвым. Притворись мертвым. Дайте гимноман быстро. Ким, дайте кто-нибудь на хп. Там босс вроде отхилился, так что смотрите, трэш надо бить еще. Ну, может, на пол не делаем? А у нас что, шаман танчит, да? Паладин, контрольчик. Как насчет капли там сливать? Вы осознали бессмысленность своих действий? Тупай во тьму. Вечную тьму. Бей, нахуя ты падаешь сразу? Когда у танка стаки, то надо же напуливать на другого танка. То есть, ну, хотя бы 3-4 стака еще напуливаешь на того, кто танчит. При пятом же нет смысла напуливать на другого МДК. Да их обоих брала из Скарлетт и Самосона. О, я знал, что ты придешь. Да было бы 4 ханта, да, тогда я бы я дал на нее 2 гимна, зубы и ПС-ку. Она мне в контроль взяла. Войт, мне на кораблях надо будет отойти, если что, потом. Мне так понравилось, как вара слили тупо в секунду. Нет, на паладинах. Все равно аура стоит. Виталик, у тебя какая аура? Все, у меня лед. Да какая разница? Дессер. Эти священные покои. Это место станет вашей могилой.
Ну хрена себе. Трэш убил. Виталий, дай на себя кулак. На кого? Войд, лапу кинь, пожалуйста. Чем кидать на себя защиту от страха кинул? Спасибо, что убили. Упай во тьму, в вечную тьму. Вы осознали бессмысленность своих действий? Длань. Пора начинать давать ТП. Пытаюсь.
силах противиться моей воле. Нету, нету КД. Кто, кого рессать? Кого? Сейчас. Ресса. Ищи ты меня, только талант контроль дают, то еще что. Они мясо сделали. Тут ханты вроде голые, нет? Или не голые? Сейчас приду, погодите. Ну вон одному ханту надо будет. Ты у него копье стрел, он лучше. Духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Самосуд поменяй этот, власть. Акамакош, храбрые воины, солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Дайте кухаря баф. По местам.
Спряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Хоркрон, взлетаем! Вы видите? Что это? Тут он тоже стоил дорого раньше. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Вы заметили, как Аргримар упал на леди второй раз? Его тоже в одну секунду снесли, короче. Не, этого прям реально в одну секунду. Остальных по хиллботу смотрю как-то постепенно. Тому не повезло. Может. Кого? Это было? Капец, вот это два раза я сдох на леди за один бой. Да, это вообще в тему. Еще и БР. Да за мной там паладин гонялся, короче. Я вроде откиливался, убегал, так и догнал, убил меня. Я затупил, надо было корни на себя дать. Может его бы... Я не видел, есть на нем фридом, нету. Я понял только одно, что на леди вот сейчас в нашем ситуации решал эфир приста, потому что он мгновенный, быстрый, сразу в три цели, и потому что иначе там ваншоты летят. Открывать же сундук? Никто не хочет заходить. А что, можно зайти? Паладина, дайте инту. Паладины, дайте инту. Чё ты? Фу, блин, маги, дайте инту. О. Я бы дай. Каски на ухо же никому не отдышим. Каски бы дали. А Белин дает каски, чё? Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Вместе... Чё ты даже никому не надо? Вообще никому? Был бы я шаманом или хули престу. Он же есть. Фибрилляция. Да дай давай, Десуру давай, он тоже будет холивар, как ты. Ота. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он будет в безопасности в Городаре под защитой страны. Так вы смотрите на другое. Так он в коже и в энхошмоте с интеллектом. Умер бы я или вы. Да, зато Брентоль. Каску по локам дайте. Thank you.
каску по локам, блядь. Смартил. Каску по себе. Пала группа рвал, нормально. Мартки убери и праведно. Тут Ван, Ванёк, Иван. А тыквенька это кто? Да, Ванёк. Вот смотрите, кто мне говорил, что не режет армс ДПС котов, пухнастик, бисовый кот дал 13700. И не потому, что он рак. Не потому, что он рак. Я видел, как он дамажит, он нормально дамажит. Да ему армс срезает. А вы мне говорите. ДП. Да, там, короче, на циркле не засчитывает коту кровотечение от армса, как в свое, и там падает комбо-атака, завершающая дамаги. На первое КП. За 4 босса. Он бегал, бил трэш, я тоже бегаю, бью трэш, у меня ДПС выше, когда армса нет. Ух ты, редко падают с рука. Здесь я, сейчас я релогнусь, присуманьте и заберу. Ну, потом. Нету боя стэшка. Саня. Классный сзади. А теперь мой. Yeah.
Да. А я посмотрю сундук сам. Да хуй знает, сундуки вот второй раз забагились. Сначала-то нормально, да, вот присмотрите. Теперь пять бой. Не уходи, короче, ты осмотришь, увидишь, чтобы он потом увидел. Чё-то я затыкал, скажите, а плащ падал с кораблей? Да ничего не падало там, щита падали. Типа того, да. Клацните сзади на шкаф. И умигают. Где он? Да возле портала. А чё калк выдавали? Слайк, протони сюда, а всё. Капец, так долго идём, уже час. Не, нет. Теперь сделай фрилуд. Сделай фрилуд и осмотри сам. Сделай фрилуд и осмотри сам. Слайк. Сколок видишь? Да, нет. Да кинь кому-нибудь вон хризи филаксу кинь. Вон там следующий идет. О, кота, кота не уронить. Первый осколок, это всегда запоминается. Читер. Что там, буешка не падала никакая? Группу вот надо ставить, чтоб видеть. А это на танка 3 стоило. На ауке я смотрел, продал за 3. Ауке даже дороже было. А, смешно, другое. Дайте бим на ману. Кому ману залить? Хазарак? Хазарак, да. Так он у тебя фул мана почти. Ну, а теперь да. Да, я тебе еще дам. Отходите, обе собаки идут. Обе идут. Сейчас получите!
Телеханта у нас вайт. Сгрызли. Сзади трэш, развернитесь, я просыпаю. Как бы можно, чтобы Дезер на РНЖ и Суслик под боссом больше ДПС даст? Ленточка, роль. Ленточка. Ну, забирай тогда быстрее. А что вы рулите? Где? Что вы рулите? Хорошо. Да. Мне бы с Гиггеры. Обновите пала бафы, пожалуйста. Все уже исчезли. Элем поставишь природу. Хотя давай, давай я, давай я. МП5 дайте, блин. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Дайте инту. Инту, инту, инту. Самый позитивный босс. Слышал, как он? Хант вылетел, Вайт. Комбас. А вот Хмелис и Нейлион зашел. Стоит. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Я починил трубы для...
для подачи ядовитой слизи. Надо подождать. Липучка вонючка! Показывай, видите? Отличные новости! Слизь снова потекла! Видите, там лужа под боссом была. Ладно, уже нет. Пипец. Я по мане аж просил. Не, надо было пристунуть, мне надо было шип. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Серьезно. Ого, да я поэт. Потрясающе. Нету. Его собачки. Хмели Сунели быстро бежит на месте за тараканами. Бафы дайте. Погодите, погодите, он бежит. Хмели Сунели. Выкидывал. А слушай, мне тоже послышал. Мне по слышимости сказал, запускайте. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Да далеко мне места не дали, все место заняли. Да нету куда стать, все заняли раньше, чем я успел. Тут. Если блевать не будет. Само собой. Мертвец! Блин, резайте на сумасводе стаки.
Бегом, пока танчик. Не забирай. Что-то мне, папочка, у меня получилось. Так он за воротами умер. Он же ж... Его ж сагрили боссы. Там каскишман должен быть. Тут третий упал с гниломорда. Там травма, потом шлем и еще что. А точно, сори, забыл. Лол, блядь. Самый неодетый класс у меня. 6,3. Тапки. Тупой сбелил. Или он выбил? Может, все да вторые на пару запрос. Упадет пояс на котика. Будет она ролл кинуть. Охренеть. И Виталий вон тоже. Так. Конечно. Ну надо. Я-то думал, ты дашь на ру последнюю шмотку. Я на реагенты ее пущу. Как вообще сова носит обувь? Она же разрывает эту обувь. Зачем тебе СПД дух? Ну, дух и выносит. Не могу зачарить. Да могу зачарить тебе. Крит, меткость, только так, больше нечего чарить РТД. Все есть. Сейчас, секунду. Давай зайдем. А почему Белин выиграл? У меня же 72. Так, кидай обмен. Куда ты, треугольнику? Давай, стоп. Че ты говоришь, я не слышу. Я знаю, но я посчитал, у него 3000 выходит, или это ему ГП сразу значит. Не откатит уже тапки, уже не откатит. Мы обмен сделали, уже не откатит тапки. Вы просто не знаете фишку такую. Вы делаете обмен, монетку кидаете или чарите, и все, не откатывает. Квест, что ли, драк будет?
Вообще ничего не писал. Уже можно начинать стопать. Вас не звука в одной комнате может получиться что-то. Нужен гем. Ретаргет, ретаргет красного, ретаргет красного. Вот варенька есть. Это еще откуда? Он же пришел и писал, чтобы по детали. Не могу пригласить члена другой группы. Не был замедлен, он только в конце был замедлен. Квайт, это был первый слизень, которого не замедляли, их убил, а не на фазе. У меня он свистнулся, блин. До этого подохли два хила сразу.